色微风拂过黎明，快乐的时局眨着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你生命的注定。谁把心动模式开启，闭上眼听见世界呼吸，曾经流浪光怪和努力，转身依然是你。听我至今诉说Love baby， 只对你说 Wait a more， 你怎么填满你的耳朵？如果勇敢，能不能给人片刻花火，让幸福降落？听你轻轻地说 Con la rama， 只对我说 Only tight make me smile，心动是会沉默，我的眼眸不会再闪躲。Сказала миру власть, ты мой. Мир превратил в темницу власти трон. Любовь сказала миру, я твоя. Мир стал ей вольным домом. Профессор Гао возлагает большие надежды на Шаша. Он хочет, чтобы ее резюме было безупречным. Профессора Гао никогда не заботили дела Хуашина. Да. Чрезмерная опека тоже плохо. Но Шаша — его обожаемая внучка. Вполне логично, что он делает такое исключение. Си-си, считай, что это я прошу тебя об одолжении. Здравствуйте, ваш кофе? Спасибо. Пожалуйста. Кофе у них и правда отменный. Попробуй. С такими отношениями я не нужна. Шаша тебя очень уважает. Как ты себе представляешь, что Шаша одна справляется с трудностями? Конечно, этого хочет и ее дедушка, профессор Гао. Чрезмерная опека тоже плохо. Но Шаша — его обожаемая внучка. Вполне логично, что он делает такое исключение. Привет, Стреналинь. Как дела? Хорошо. Я видел новости. Си-си, я смогу раздобыть пару тысяч тонн белого редиса. Просто помни, я готов помочь тебе, чем смогу. Си-си, ты так тронута, что вот-вот заплачешь? Дерзай, Си-си. Я всегда поддержу тебя. Папа, почему ты так добр ко мне? Иди работай, вешаю трубку. Это большая редкость. Линси так ошиблась. Спорим, что ее уволят. Проигравший покупает кофе неделю. Сяо-джи, иди-ка сюда. Слушай, это твой шанс. Сяо-джи, ты же работаешь в интернет-отделе. Как ты мог пересечься с Линси? Она как-то пожаловалась на меня. Из-за чего?
Мы хотели обновить сеть, я думал, что все разошлись по домам, но Линси допоздна проводила встречу. Из-за перегрузки видеоконференция прервалась. Ну, откровенно говоря, интернет перезагружает каждый месяц в полночь. На следующий день у меня начинался отпуск, в 7 утра был вылет, и я перенес перезагрузку на 3 часа раньше в тот день. Из-за ее жалобы Сяо Дже лишили трехмесячного бонуса. Ему едва хватило денег на еду. Надо было ей все объяснить. Я пробовал, она сказала, что работа и личные отношения несовместимы. Проехали, не будем о ней. Видишь? Боженька ее наказывает за тебя, считает возмездием. Небольшой инструктаж. Это руководитель проектной группы Вэйтянь, переводчик Тань Шаша. Это юрист из главного офиса, господин Ба и госпожа Ми из пиар-отдела. Согласно контракту с фермерской ярмаркой, если по вине Хуашена сторона А понесет убытки, мы платим вдвое больше, помимо компенсации от страховой. Однако мы проверили свою электронную почту, никто не получал третью сравнительную таблицу. Возможно ли такое, что это подделка? Я связался с интернет-отделом, следов фотошопа нет. Мы не знаем, что произошло. Но исходя из текущей ситуации, я предпочитаю посредничать с американской стороной. Тогда мы выставим себя с позиции виноватых. Директор Лин, сейчас общественное мнение очень важно. СМИ задают свой темп. Взгляните на заголовок. Ошибка заказом для фермерской ярмарки опозорила Хуашен. И еще. Опозорит ли ошибка Хуашен всю индустрию переводов в Китай? Сейчас аккаунты СМИ репостят эту новость. На официальном аккаунте Хуашена более 30 тысяч комментариев. Сяоми. Давай сначала сделаем заявление. Содержание будет такое, Хуашен разбирается с этой ситуацией, и что мы не потерпим никаких ошибок. Хорошо. И еще кое-что. Хуашен также оставляет за собой право подать в суд за любую откровенную клевету. Поняла. Но такое заявление лишь на время улучшит общественное мнение. Если мы не найдем решение, ситуация только усугубится. Что говорит американская сторона? Они запросили двойную компенсацию, бесплатные переводческие услуги в течение 5 лет и извинения в СМИ. Последствия слишком серьезные. Третья сравнительная таблица четко все описывает. Не получали ли вы ее или случайно удалили? Боюсь, что компенсации не избежать. Сейчас важно посредничать с корпорацией Орен. И минимизировать эту компенсацию. В любом случае, давайте сделаем заявление. Остальное выясним по ходу дела. Хорошо. Извините меня. Алло? Алло? Сейчас? Хорошо, сейчас буду. Поняла. Профессор Гао, ты же не вызвал нас сюда, чтобы мы смотрели, как ты играешь в Вэйци? Жизнь подобна игре. В ней пути пересекаются, победитель в ней смиренный и терпеливый, а проигравший действует, сломя голову. Давай уже к делу. Дедушка позвал вас сюда, чтобы поговорить о фермерской ярмарке. Мы сказали то, что должны были сказать. Хочешь что-то добавить? Ты уже встречалась с Сиси? Я вас сюда позвал, чтобы поговорить о фермерской ярмарке. Какой у вас план сложившейся ситуации? Разве ты не устроил это для меня? Устроил что? Я знаю, что ты всегда смотрел на меня свысока. Ша-ша должна защитить свою репутацию. В ее резюме не должно быть изъянов. Как бы то ни было, остальные проделали долгий путь. Они получали оскорбления и травмы. Это ведь не важно. Так что вину должен взять на себя кто-то другой. Ты это имеешь в виду? Таким ты видишь своего дедушку. Папа, Сиси еще молода, она не понимает, что говорит. Не исключено, что я возьму вину на себя. Но мне нужно кое-что. Что ты хочешь? Позвони моей маме. И извинись. Глупости. Похоже, обсуждать нечего. Я пойду. Сиси,
Си-Си. Линси, папа, скажи что-нибудь. Дедушка, я отвечала за этот проект и понесу ответственность. Ша-ша, не создавай проблем. Сядь. В нынешнем положении ты на это не способна. Даже так ты не должна брать вину на себя. Я позабочусь об этом. Линси, это не из-за тебя, а потому что в первый день работы с VIP-клиентами я пообещала, что ты будешь отвечать только за свою работу. Об остальном позабочусь я. Я ухожу. Подожди. Дедушка, Линси не имеет никакого отношения к ярмарке. Я извиняюсь перед директором Джаном. Сказала же, не нужно. А я говорю, это не твоя вина. Именно так должны поступать дети семьи Гао. Вы коллеги и товарищи при всех, а также сестры наедине. По-другому быть не может. Теперь, когда возникли проблемы, вы не обвиняете друг друга, а вместе берете ответственность. Я рад. Давай, садись. Давай. Папа, садись. Хорошо. Папа. Послушайте меня. 40 лет назад я перевел договор об экстрадиции для Интерпола. Однако одно слово было неверным, и обеим сторонам пришлось повторно изучать документы. Это не только повлияло на ход работы, но и затянуло расследование. Я чувствовал себя очень виноватым. Что было потом? Мой наставник вступился за меня. Я сказал ему, что это была моя ошибка, и поэтому я должен взять на себя вину и получить наказание. В конце концов, меня перевели в информационный отдел и на 3 года оставили в стороне. В то время я усердно работал и изучал переводы каждый день. Я сказал себе, что могу совершить такую ошибку только раз в своей жизни. Если отстранишь меня, я верю, что смогу начать сначала. Я тоже. Верю, что вы двое справитесь. Папа, это дело... Я не буду вмешиваться ни в одно из решений Джан Дзякана. Будь то наказание одной или обеих, это следует принять. Конечно. Согласна. Мне жаль, что моя мама обратилась к тебе. Вы с ней разные. Неважно, каким будет наказание, надеюсь, это не повлияет на наши отношения. А какие у нас отношения? Мы семья. Это как «любишь меня, люби и собаку»? Ты говоришь о семье из-за старины Вэя? Я оставлю тебя здесь, береги себя. Глупая и милая. Идеально подходит твою. Папа, зачем ты спустился? Хочешь фруктов? Гао Линь. Си-Си и Ша-Ша хорошие дети семьи Гао. Я не буду выделять одну из них. Папа, я понимаю. Кимчи из редки с фабрики Джу всем известен. Госпожа Хатсюн, если вы поможете, буду очень благодарен.
6000 тонн редьки для нас немного, но что мы получим взамен? Насколько я знаю, у вас есть 5-летний план развития компании за рубежом. Верно? И готов предоставить бесплатные услуги перевода. Что скажете? Это очень привлекательная сделка. Спасибо, госпожа Хайтен. Завтра утром я обсужу это с партнерами и дам вам ответ. Хорошо? Хорошо, буду ждать вашего ответа. Хорошо. До свидания. Кимчи-магнат Джу Хайтен. Думаешь, она согласится? Конечно. Сама подумай. Во-первых, редис Сен-Мэй хорошего качества, а ее семья начинала с приготовления кимчи. Эти двое идеально подходят друг другу. Во-вторых, они хотят выйти на международный рынок. Помощь ИИ даст им толчок в развитии. В-третьих, компания Джу может использовать эту возможность для своей репутации. Это поможет их продвижению, так почему бы и нет? Директор Сяо, тебе стоит заняться пиаром. Не беспокойся. Не думаю, что все так просто. Все в порядке, я рядом. Хочу обнять тебя. Почему ты здесь? Директор Жан созвал совещание. В чем дело? На сайте фермерской ярмарки объявлено о прекращении сотрудничества с Хуашен. То, что контракт с клиентом будет расторгнут именно так, позор для Хуашен, понимаете? Я поговорю об этом с председателем Янь. Поговоришь? О чем? Даже если мы предложим бесплатные услуги, председатель Янь не будет с нами работать. Кроме того, директор Ван из Юн-Юнь уже занял наше место. Я просил вас все разузнать, но время прошло, а результатов нет. Это расплывчатое заявление, опубликованное вчера вечером, не убедило ни одного нитизяна. Даже председатель Ян разозлился и разорвал с нами контракт. Линси, ты меня разочаровала. Директор Джан, это не вина сестры Си. Кто же знает, куда делась таблица сравнения? С завтрашнего дня все проекты отдела по работе с VIP-клиентами приостановлены. Старина Лу займется этим. Свободны! Отдохните, пока не пришло наказание. Из главного офиса. Хорошо, идем. Глупая компания, кому она нужна? Отдел по работе с VIP-клиентами, вероятно, расформируют. Серьезно? Я слышал в отделе кадров. Так, в какой отдел их переведут? Боже, пожалуйста, не дай Линси попасть к нам. О чем ты? Стал бы директор работать простым переводчиком. Линси слишком гордая. Она точно уволится. Верно. Она здесь. Директор Линь пришла. Директор Линь, какое наказание за ваши действия назначит компания? Какие будут компенсации? Как я знаю, в индустрии у вас хорошее мнение. Ваша ошибка была случайной или не хватило навыков? Пожалуйста, кратко поясните. Ответьте, директор Линь. Я главный редактор «Новой науки».
Международная фермерская ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с Хуашен. Это написали зарубежные сайты. Что вы думаете об этом? Совсем не чувствуете вины. Пожалуйста, смотрите официальное заявление компании. Не могу ответить лично. Спасибо. Директор Лин, директор ответьте. Лин, простите. Мы давно ждем. Мы давно ждем. Пожалуйста. Ответьте нам. Дорогие нетизены, я сейчас рядом с переводчиком Хуашена. Главный герой этого дискурса, Лин Си, стоит прямо за мной. На вопросы журналистов она дает расплывчатые ответы. Ни один переводчик не выступил в ее защиту. Очевидно, по этому вопросу... Скажите что-то еще. И Чен, простите. Простите, простите. Директор Сяо. Извините. Почему вы здесь? Директор Сяо, жди письма от моего адвоката. Простите. Остановитесь. Может, я куплю тебе билет, уедешь в отпуск на пару дней. Убегать не в моем стиле. Хорошо. Тебе не нужно сопровождать меня. Иди и делай свою работу. Сопровождать тебя — это самое главное, понимаешь? Вероятно, ты голодная, что хочешь? Кот-пот, японская кухня или корейская? Нет аппетита. Я голоден. Считай, идешь за компанию. Отдохни. Разбужу, как приедем. Осторожно. Давай поедим. У меня нет аппетита. Знаю новый японский ресторан, там вкусно готовят. Брат Тянь, почему не поешь с Ван Тянем и другими? Я правда не голодна. Послушай, не завтракала и не обедала. Пытаешься питаться воздухом? Пойдем поедим. Бабушка, хочу засахаренный боярышник с двумя слоями глазури. Хорошо. 5 юаней, верно? Да. Этот лучший. Здесь 2 слоя сахарной глазури. Спасибо, бабушка. Идем. Садись. Давай. Первый кусочек самый сладкий. Вкусно. Прошло много времени, я помню вас. В ту ночь, думаю, вы были пьяны. У вас хорошая память. Мой вам подарок. Нет, мы не можем. Я всегда так делаю для старых клиентов. Спасибо, бабушка. Спасибо. На здоровье. Первый для тебя. Вкусно? Да. Увольняйся. Зачем? Хочешь снова порекомендовать Сингапур? Работа так утомляет. Могу содержать тебя. Не говори эти избитые фразы. Госпожа Лин, дашь мне шанс? Директор Сяо, делаешь предложение? Здесь?
Послушай, моя домовая книга в машине. Директор Сяо, делаешь мне предложение, когда мне совершенно нечем ответить? Ты весьма расчетлив. Я серьезно. Иногда я думаю, что перевод — это весьма непросто. Но с другой стороны, разве не все тяжело? Делать боярышник в сахаре тоже трудно. Но ты хорошо потрудилась. Однажды, если перестану быть переводчиком, открою такой же магазин. Неплохо. Бабушка, продадите свой магазинчик. Нет, нет. Бабушка, дайте знать, если что. Что? Сумасшедший. Великий и могучий директор Сяо хочет сразиться за магазинчик. Не боишься, что тебя засмеют? И что, не боюсь. Ты хорошо поработал, продолжай в том же духе. Директор Линь очень популярна, я не смею плохо работать. Как гласит поговорка, от открытого удара легко уклониться, но трудно избежать удара в спину. Что? Что-что? Что ты только что сказал? Сказал, что директор Линь очень популярна. От открытого удара легко уклониться. Поняла. Идем. Что ты подумала? Осторожнее, тут галька. Найти крота? Директор Линь, не будь параноиком. Ты удалила сообщение по ошибке, но настаиваешь на том, что в компании кто-то точит на тебя зуб, Линси. Пытаешься развалить компанию? Ситуация с третьей сравнительной таблицей абсолютно однозначна, но никто в отделе работы с вип-клиентами не получал письмо. Потому у меня есть причины верить, что кто-то стоит за этим. Сколько времени займет? Ты же не будешь тянуть, пока ситуация не утихнет? 3 дня. Что, если не найдешь причину за 3 дня? Уволюсь. И покину индустрию переводов. Не валяй дурака. Я пока сдержу натиск главного офиса. Дай ответ за эти 3 дня. Спасибо. Это интернет-отдел? Я ищу Сяо Джи. Сяо Джи, это Линси. Пожалуйста, помоги мне найти записи с 11 по 20 число прошлого месяца. Проверь письма, отправленные в Хуашен с фермерской ярмарки. Директор Линь, это большая нагрузка, у нас есть другая работа. Боюсь, у нас недостаточно людей. Тогда когда вы свободны? Может быть, через неделю. Так долго? Да. Поняла. Ну как? У них нехватка рабочих рук. Самое раннее на следующей неделе. Может, попросим внешних экспертов помочь нам? Нет. Это конфиденциально. Подпишем соглашение, а не разглашение. Нам придется пойти в главный офис и получить доверенность, чтобы они отдали компьютер. Что тогда делать? Директор Линь, что вам нужно? Ей Сяо Джи, 27 лет. Пришел в Хуашен 3,5 года назад, дважды был награжден как отличный сотрудник и однажды получил штраф. Что вы этим хотите сказать? Получил штраф из-за моей жалобы, так? Думаешь, я была не права? Директор Линь, вы в компании всегда добиваетесь своего. Как это вы можете ошибаться? Для онлайн-обновления каждые полмесяца все отделы загружают расписание в этот день в групповой чат компании.
Цель процедуры – беспроблемное планирование вашим отделом времени. Отдел работы с VIP-клиентами загружает данные заранее, за 2 дня. Но ты не увидел этого. Из-за твоего обновления моя видеоконференция с иностранным клиентом была прервана, и я потеряла заказ. Ненавидишь меня из-за этого? Нет. Что касается сравнительной таблицы, независимо от того, буду я уволена или отдел работы с VIP-клиентами расформирован, в итоге Хуашан понесет потери. Вы уже отправили это другой стороне? Да, хорошо. Главный редактор Чэнь, у директора Сяо нет времени на гостей. Пожалуйста, уходите. Мау-мау. Вернись к работе. Юридическая фирма Цзюньюэ. Что означает это письмо от адвоката? Главный редактор Чэнь, ты не знала? Что я сделала не так? Мы знаем друг друга больше 10 лет. Если бы не то, что мы знакомы более 10 лет, ты получила бы нечто большее, чем просто письмо от адвоката. Как ты можешь быть таким бессердечным? Из-за Линси. Из-за Линси. Я могу быть еще более беспощадным. Я просто опубликовала статью. Почему ты так поступил со мной? Ты все выдумала. Без каких-либо доказательств. Десятки людей под твоим руководством последовали этому примеру. Ты вступила в сговор с соперниками Линси, чтобы оклеветать ее. Это все твоих рук дело? Сяо Ичен, ты не понял, почему я так поступила? Я защищала тебя столько лет. Неважно, 8 лет назад. Или 8 лет спустя. Ты все еще заботишься только о Линси. Кто поймет мою боль? Да в чем же я? Хуже Линси. Чэн Сяо. Позволь рассказать. Когда Линси страдает, она только пытается уменьшить боль. Но ты губишь человека, который заставляет тебя страдать. Это и есть различие между вами. На твоем компьютере есть следы удаления. Я его не удаляла. Где ты была 21 числа в 13:43? Совещание с Чин Яо во второй переговорной. У каждого компьютера есть пароль. Кто еще мог в него зайти? Все в отделе знают мой пароль. 150203. Это мой первый день в Хуашан. Директор Джан, я не согласна с обвинением. Я запросила записи с камер. Можем ли мы их восстановить? Тогда компания по управлению недвижимостью обновила систему, я не гарантирую. Попробуй.
Смотри. Идем, идем. Линси. Узнала, кто стоит за этим? Подозрение? Сестра Си, этот человек слишком хитер. Придушу, если узнаю, кто это. Может, позвонить в полицию? Нет. Если сделаем так, это отразится на компании. Неважно, кто это, как только его раскроют, его выкинут из индустрии. Продолжайте работать. Нашел? Нет. Но все три камеры отключились на 6 минут. Одна из них установлена в вашем кабинете. Возможно ли их починить? Нет. Не можешь или не хочешь? Не могу, да и не хочу. Директор Линь, взгляните на время. Я перерабатываю, но помогаю вам просмотреть кадр за кадром. Мне уже пора. Поужинай. Пойдем поговорим. Что вы хотите? Сяо Ичен. Он восстановит запись. До обеда завтрашнего дня. Как ты уговорил его? Выгода. Ты дал ему льготы? Всего лишь помог ему с повышением. Вот как? Как может выпускник факультета информатики добровольно стать сетевым менеджером? Пошли. Вы готовы? Что это? Взгляните, как будете готовы. Любой поймет, что это разные овощи. Как ты их перевела? Все одним словом, с ума сошла. Это был кто-то из команды Лука Ли? Что случилось? Данные не смогли восстановить? Я ухожу. Линси выглядит встревоженной. Что-то произошло? Как можно выкидывать мусор у чужой двери? Как его земля носит? Посмотрите только. Госпожа, вы знаете, кто выкинул этот мусор? Дождись меня. Понятия не имею, я ничего не видела. Ни стыда, ни совести.
Кого вы ищете? Чэнь Вэнь здесь? Нет! Послушай, никто не может взяться за это дело. У меня не было концертов уже несколько месяцев. Да я скоро с голода умру. Нет! Вон там. Кто там? Я, Линси. Ты здесь? Ты выйдешь, или я зайду? Когда уже доедут мои вещи? Ты работаешь на Лукали? Кто-то запугал тебя? Если у тебя какие-то проблемы, расскажи мне. Я помогу тебе. Уведомление об увольнении будет размещено сегодня. Ты планировала это после окончания испытательного срока. Я бы в любом случае не осталась. Что тебя заставило так подумать? Когда ты позвала меня проверить документ и подумали, что я недостаточно хороша. Тогда-то я и поняла, что не задержусь надолго. Я была строга с тобой лишь потому, что хотела помочь получить больше преимуществ после испытательного срока. Уже не важно. Вот результат. Говори все, что хочешь. Почему удалила письмо? В тот день ты на меня накричала, хотела снять баллы. Я была так зла, вскипела от злобы и... Я пожалела об этом, но вернуть все обратно не смогла и совсем его удалила. Ты совершила ошибку, но звучит, будто я виновата. Ты права. Всегда и во всем. Ты же Линси, разве можешь быть не права? Это все я. Я просто написала не ту дату или шрифт не тот поставила. Я сделала столько сверх своей работы, потому что ты просила. Я не могла и слова сказать. Провинюсь, меня ругают. Почему ты всегда давала мне самую сложную работу? Почему оскорбляла? За малейшие оплошности. Я всего лишь человек. Мне тоже больно. Так моя тренировка принесла тебе боль. Тренировка? Не надо говорить так мило, это издевательство. Помнишь тех 9 человек, которые были на собеседовании с тобой? 8 из них окончили лучшие школы, но я все равно выбрала тебя. Знаешь почему? Потому что увидела в тебе себя. У тебя не было усердного старта, но ты усердно работала. В Хуашине и так достаточно опытных работников. Мы можем превзойти их, лишь усердно работая. Мне это не нужно! Тебе меня не понять. Да. Возможно, мы с тобой похожи. Закончили средненькие университеты, но твой дедушка профессор Гао, твой отец бизнесмен, твоя семья не бедна. Как можно сравнивать нас? Оглянись. Я хочу проверить информацию, но соединение интернета слабое. Хочу почитать книги в тишине, но мои соседи очень шумные. Мы никогда не будем похожи. Линси, ты когда-нибудь задумывалась, что я не хочу делать себе имя? Я просто хочу иметь удобную кровать, чтобы наконец-то выспаться. Но нет! Ты гнала меня на работу, когда я даже... Сменить экран телефона не могу после того, как он разбился. Хватит делать вид, что это все ради меня.
Думаешь, я единственная в Хуашене, кто ненавидит тебя? Отдел управления, отдел устного перевода, отдел письменного перевода. Знаешь, сколько людей тебя ненавидит? Или... знаешь, скольким людям ты нравишься? Сегодня ты пришла сюда, чтобы сделать меня виноватой. Но Линси, сестра Си, я так больше не могу, уходи! Подай заявление об отставке. Иначе ты не сможешь удержаться в этой сфере. Не притворяйся святошей! Ты в порядке? Позволь постоять так. Хотя бы минутку. Субтитры сделал DimaTorzok.